А теперь уже Солешка. Смотрите на него, какой хорошенький. Агу! Итак. Покажу еще раз. Давайте руки. Это первый трюк. Вот как его сделать? Мы должны выкинуть ее. Но возвращая, не ловить руку. А мы должны не ловить руку, а должны провернуть вокруг руки, пустить вниз и поймать уже со второго раза. Да, Олежка? Следующий трюк. Немного не вышло. Ее сделать легко. Должны выкинуть то же самое, только вокруг руки. Вот снаружи, а не внутри. Мы вот делали вот так вот вокруг руки. Теперь мы вот так вот будем делать. Следующий трюк. Ну, это конвертик. Его сделать несложно. Должны вот такую сделать загогулину. Отпустить и поймать ее. Вы увидели. Так, еще раз. Делаем следующий трюк. Интересный очень. Оп, вот так вот. Должны провернуть по кругу и поймать. Покажу еще раз. Ой, не плакай. Давай-ка, ой, сиди вот и смотри. Показываю еще раз. Мы должны вытянуть ее вперед, подцепить локтем, поймать руку, провернуть и дальше его поймать. Я снимаю это видео, потому что меня многие уже просят. Они видели, как я это делала, им понравилось. Оп. И забираем. Ну, мне немножко Олежка мешает, да? Понимаете? Куда у тебя там рука делась? Почему одна рука есть, а другой нет? Сюда. Ну, типа, выпейте наружу. Вот это тоже наружу, желательно. Так, все, продолжаем. Я вам следующий трюк. И мы должны ее поймать. Это довольно-таки тяжело. Этот трюк уже более, да, тяжелый. Повторяю. Должны провернуть ее раз и потом схватить ее. У меня так стало, после того, как веревка порвалась, так плохо крутиться стало. Вообще. Так. И дальше укачивать младенца трюк. Так вот, мы ее вводим сквозь веревку, то выпускаем и ловим. Показываю еще раз. Ой, чи-чи-чи-чи. Мою, баюшки, баю. Посыпай скорее, Олег. Так, дальше трюк. Ну, повторю еще раз. Олег, ты меня царапаешь и щекочешь. Берет и царапается, и щекочет. Ой, итак, следующий трюк. В последнее время веревка вообще не слушается. Мы должны второй рукой подцепить и вот так вот медленно провернуть и поймать. Как это сделать? Еще раз показываю. Так, вот так вот. Вперед. Подцепляем второй рукой на себя веревку, потом проворачиваем и ловим. Ну, вот, в принципе, так вот, как я сейчас показала. Вот видите, мой дружок уже возмущается. Вот он такой хорошенький. Агу! Видите, он уже устал. Ладно, я закончу мое видео. Всем за внимание, до свидания. Мы начинаем уроки ее под аккомпанемент.
сердце и выкинуть. И поймать. Вот у меня оно. Не получается. Я великий тренер, но у меня иногда бывают неполадки. Таня, что ты делаешь? Все, я не могу. Продолжай дальше. Дальше. Быстрее, просто потяни. Одно произведение. Толик уже, смотри, сколько играет. Давай быстрее. Ну потяни их друг за друга. Вот. Наконец-то я сжалась с неполадкой. Давай. Скажи трюк, просто выкинуть и потянуть. Да потяни. Все, потянуть и потянуть.